В январе 2018 году в Коста-Рике повысятся штрафы за нарушение правил дорожного движения. 2018 год принесет более высокие штрафы для нарушителей закона о дорожном движении. С полуночи 1 января 2018 года установленные суммы за нарушение закона о дорожном движении потерпят обновление, соответствующее повышению на 1,78%. Это произойдет в связи с тем, что межгодовой индекс потребительских цен на июнь этого года был 1,78%, ввиду чего корректировка и произойдет на указанную цифру, как следует из закона. Данный процент публикует Национальный институт статистики и переписи, и он рассматривается в исследовании судебной власти. Указанный процент может представлять как понижение, что было в 2017 году, так и повышение, что произойдет в 2018. Ввиду этого самый низкий штраф поднимется с 21 992,68 костариканских колонов до 22 383,18 колонов за такие действия, как несоблюдение предпочтительных парковок или неуважение транспортных ограничений по номеру в Сан-Хосе. Об этом сообщил Карлос Ривас, юридический директор Совета дорожной безопасности, который объяснил законные причины, приведшие к повышению, и заверил, что водители должны быть более осторожными. Штрафы варьируются от года к году, как это установлено законом о дорожном движении, который действует с октября 2012 года. Это не налоги, а санкции, которые налагаются только на тех лиц, которые совершили нарушение, не подчинившись закону, прокомментировал Карлос Ривас. В случае штрафа на большую сумму, то есть при вождении в состоянии алкогольного опьянения или на скорости более 120 км в час, либо развороты в запрещенных зонах, санкция возрастает с 306 850 21 колонов до 312 298,73 колонов, и различие составляет 5448,52 колонна. Только новые штрафы станут дорогими. Другой аспект, который был разъяснен Ривасом, заключается в том, что хотя некоторые водители платят штрафы 2017 года в 2018 году, они не должны платить новые суммы, они должны оплачивать те суммы, которые действовали по раннему тарифу. А именно, те люди, которые были оштрафованы в течение 2017 года до 31 декабря, должны будут погасить установленную сумму 2017 года. Новые суммы распространяются только на те штрафы, которые наложены с 1 января 2018 года, как говорится в публикации судебного бюллетеня. Совет дорожной безопасности использует взысканные суммы для оборудования дорожной полиции, на кампании по дорожной безопасности и выполнение мер по безопасности на дорогах, а также на установку дорожных знаков и пешеходных мостов.